Ну кто ж это? Кто же это мог сделать-то, Фомич? Я ж почем знаю, Митяй. Его прямо... Эх, господи. Его прямо насадили на это дерево. Да вашего это... Может, снять его надо? Да что-то кажется мне, мужики, что в этом... Может, не надо, Фомич? Не особо есть смысл, ну, у него вон... Может, не надо. И вон все кишки наружу. О, господи. Я, блин, Митяй, ну сколько можно, да? Все ботинки забивают. Извиняюсь. Эй, ты слышишь меня? Кто это сделал? Слышишь, кто это сделал? Все, походу. Почил, брат. Почил. Умер, походу. Мне кажется... Прощай, а, Митяй. Мне кажется, я... Ну, само, Фомич. Мне кажется, я знаю, кто это. Твой друг, что ли? Нет, это... Кто? Я, кажется, видел его. Говори, видел на озере. Наконец, он стоял, смотрел на воду, а как только я его кликнул, как только подошел, он побежал. Ну что, я не понял. Да, тоже весь в темной одежде был, правда, в капюшоне, ну, но... Ну что с того-то, а? Может, и машина его? И Васик? Да. Она ж не так далеко стоит. Да, что если это и есть браконьер? А что, может быть, Фомич, а? У него, кажется, еще рюкзак был. Рюкзак? Черный, да. Бьюсь об заклад, если поискать вокруг, и мы найдем его. Пишем рюкзак, или же, получается. Да или же в машине посмотреть. На кой нам этот рюкзак сдал? Нравится мне это все, Фомич. Что не нравится? Хорошо, что не нас так. Это коли это браконьер так сам виноват. И то правда. Лес таких не любит. Лес таких убивает. Вот-вот. Грамотный ты мужик, Фомич. Слушайте, мужики, я так понимаю, вы тут в лесу частенько бываете, ну, да? А как же, кто кроме раньше нас? Раньше подобное случалось? Ну, всякое бывало. Кого медведь загрызет, кто заблудится и помрет от голода до жары. Кто потонет. Ну, то всегда бывает. Ну, чтоб такая жесть, я впервые бачу. Орёв. Вы же наверняка тоже слышали такой нечеловеческий рёв. Ну, рёв тут постоянно. Мы же в лесу. Зверя тут много. Опять же, медведи, лоси, олени. Тетеревы. Да какие тетеревы, Митяй, а? А шо, Фомич? Да не шо. Ой, ты идёшь, грибы собираешь. А эта тварь как заорёт над головой, так сердце в пятки и уходит. Очкошник ты, Митяй. А шо сразу очкошник? Мужики, чё делать будем с этой ситуацией-то? Ну, надо как минимум. Фу, Фомич, гляди-ка. Да, господи, Митяй, отвали ты со своими тетеревами. Ловушка вон. Ловушка? Какая ещё ловушка? Да вон, гляди. Какая ловушка? О чём вы? Вправду, ля. Да где? Да вон огонёк у верхушки мигает. Нифига. Интересно, чья? Что это такое? Да, это ловушка. Ставят на троллюхи всякие. С датчиком. С датчиком? Видит, что движется что-то, и записывает сразу. Да, пишет. Вот и нас пишет, гадина. Запись? Что запись? Запись-то посмотреть можно? Там же флешка, Фомич. Да. Коль компьютер у тебя есть, то можем и поглядеть, что там записало. Блин, ноутбук как раз-таки мы и не взяли. Хреновый ты журналюга, значит. Получается, хреновый. Слухай, Фомич, так это у карася глянуть можно. Да? Он же нам кино на диск записывал. С флешки карась? Же как раз. Че за карась? Вот тут дачник один. Можно, в принципе, отвезти ему флешку. Ну так давай, Митяй, тогда лезь за флешкой. Так а шо я? Шо сразу Митяй? Да не шо лезь, говорю, а мы с журналюгой настряли постоим. Справедливо, Фомич, как шо так сразу Митяй? Это всегда ловушка, Митяй, значит. Везде лазит. Интересно. В болото зайти Митяй, на елку залез Митяй. А ну разойди. Да давай прыгай уже. Вот она то. Ловушечка. Молодцом, Митяй, молодцом. А где оно тут, а? О, вот оно. Вот и флешка наша. И что дальше? Надо карасю пилить. И ментам сообщить об инциденте. Так а как сообщить? Связь-то тут вообще хоть где-нибудь ловит, а? Как только на грунтовку выезжаешь, там ловит. А, я понял. Ты говоришь, вы тут с друзьями отдыхаете? Ну да, на даче. Валили бы вы. Давай с ней не обстоятельств. Ты повидишь, он какая дичь творит. Да вижу я, мужики, вижу, но... Значит так поступим. Выведем тебя к дороге на озеро, а сами карасю поедем. Точно, ты своих собирай валить. Да, отсюда. Только нам друга найти сначала надо. Так может он вернулся уже, друган твой. Я надеюсь. Чё-то, Фомич, сомневаюсь я, что на пузатёрке не доеду. Блин, точняк. Да, блин, ну как-то дождь, же... Дождь, конечно, кончился, но что-то ваша пузатёрка хрена с два выйдет отсюда. Да ну, отсюда. Мужики, с толкача как-нибудь да выйдем. С толкача. Всю дорогу толкать собираешься, что? Ну, не знаю, как-то же мы не, сюда... давай по-другому. Мы сейчас до карася как раз в полицию сообщим. А ты собирай своих, ищи друга и
Через часа 3 або 4 мы уж встречаемся возле вашей пузатерки. Мы на Невасике дернем голова, вас, вытащим. Ну, голова. Звучит как план. Это он и есть журналюга. Ну, тогда давайте так и поступим, что ли? Так и поступим. Потопали тогда, нечего тут да, стоять. Да, быстрее добраться. Давай, Митя, идем. Флешку смотри, не просри, как да обычно. Да шо, Митя? Митя ничего никогда не просирает. Ага, знаю, как ты не просираешь. Слушай, дядя, а может это все-таки Йети был? Йети? Ну, снежный человек. Да знаю я, кто такой Йети. Доводилось встречаться с подобной тварью. В той деревне. Зачастую Йети обитают в горной местности. В горной, холодной, а тут вон леса а кругом. А зимой-то тоже бывает холодно, тётя да, Джон. Ну, хрен его знает. Может и Йети, Лукас. А может и... Медведь. Что делать, тётя Джон? Не знаю, Лукас. Давай-ка, наверное, потихоньку назад. Кажись, он что-то жрёт, Лукас, тётя Джон. Говорю, давай назад, по-тихому, пошёл. Живо, хорошо, без звука. Хорошо. Я случайно, дядь Джон, я случайно. Тихо, Лукас. Давай назад в кусты. Живо. Мать его в кусты, Лукас, живо в кусты. Дядь Джон, бежим, дядь Джон. Бежим, Лукас, бежим, бежим, бежим. Давай. Быстрее, дядь Джон, быстрее. Не так быстро, приятель, слышишь? Не так быстро! Погоди меня, Лукас! Че за... Лукас! Лукас! Лукас, мать твою! Лукас! Куда он? Лукас! Куда он? Куда он подевался? Лукас! Лукас! Все, журналюга, вот и дорога. Дальше, чем я думал. В общем-то, в ту сторону шуруй и дотопаешь до понял. Своей дачи. Спасибо, мужики. Да не за что. Ну что, тогда встречаемся через часа 3-4 у машины, как и договаривались. А, так осторожно, смотри, тут медведи ходят. Это тебе не кристаллик, что бегать придет. Что ты сейчас сказал? Медведь, говорю, ходит. Да нет, не про медведей, ты... Ты играешь на кристалликсе? Ну, конечно. После охоты на браконьеров залетаешь в кастом Стивхаус. Давай, медведи, вся кудичка. Нифига себе. Отыграться, так сказать. Кстати, ребята, кто еще по какой-то неведомой мне причине не играл на кристалликс, сейчас самое время это сделать. Топ-1 СНГ-сервер по мини-играм ждет вас. Тут есть абсолютно все. Выживание, Бэдвар, Скайвар, Скайблок, Скайгрид, Анархия и уйма уникальных режимов. Тот же кастом Стивхаус, где вам предстоит сражаться с волнами мобов, получать рандомные предметы, улучшать их, дуэлиться с другими игроками и делать ставки на эти дуэли. А если надоели PvP и PvE, то пожалуйста, новый тренд – симуляторы и тайкуны. Например, Space Tycoon, где нужно улучшать производство, строя новые дропперы ресурсов, обустраивать здания завода, прокачивать кирку в шахте и путешествовать на другие планеты. Помимо этого всего, на Кристалликсе есть модовые сборки на 1.19.2, которые идеально подойдут для комфортной игры без лагов. Тут даже тот самый SCP есть, если вы понимаете, о чем я. В общем, ребята, скачивайте лаунчер по ссылке в описании и заходите сегодня на Кристалликс. Встретимся в игре. Ты бы поменьше тут орал. Медведи все-таки. Блин, точняк, забыл. О-о-о. Ладно, бывает. Ага, удачи. Фомич, погоди. Ну, сам-то. Да он как орёт, блин. Ну куда ты втопил-то, а? Ну что ж. Помоги, я. Ладно. Ты что, не слышишь, я тебя зову? Дядя Джон! Это...
Ну хоть медведь отстоял. Я ж надеюсь, он отстал не потому, что догнал дяди Джона. Сейчас сердце выпрыгнет. Может, дядя Джон все-таки подбил таки медведя? Он ведь должен был попасть. Должен! Что за... Камень шевельнулся. Я клянусь, камень вот опять. Он шевелится. Что? Что? Что происходит? Что? Ты живой камень? Живой камень? Не трогай меня! Слышишь, не трогай меня! Не трогай! Надеюсь, Джон с Лукасом уже вернулись, блин. И заодно отыскали этого пожилого корнеплода. Эй, народ, вы чего тут затихли? Что, никто не вернулся, что ли, еще? Блин. Лили? Лили, ты спишь? Лили? Что за... Твою же мать, Лили? Дейл? Это ты. Какого... Ты как что? Кто там, да как блин, ты, пришел? Ты где был, мать твою, Дейл? Да в смысле? Да я тебя с ночи, блин, ищу, ты понимаешь? Да что меня искать, я тут был. Где, мать твою, тут? Да, ну, под кустом спал, перебрал маленько. Ты, мать твою, серьезно, блин? Ну да, почки вон, кажется, заступили. Ну ты, блин, я из-за тебя хрен знает где был. Меня, мать твою, чуть не пристрелили. Я тут искал тебя весь день, а ты, блин, под кустом спал. Ну да. Охренеть, блин, ну ты... Блин, извиняй, я ж-то почем знал, что ты искать меня пойдешь-то, а? Под кустом он спал, мать твою. И давно? Давно ты, блин, вернулся? Часа полтора, наверное, назад. Ясно. Лили где? Так ее не было здесь. В смысле не было? Ты... В любом. Погоди, ее полтора часа уже нет? Ну, я вернулся, а здесь никого. Думал, все куда-то пошли. Погоди, ты сейчас серьезно, мать твою? Ну да, о чем мне? Блин, Лили, я же сказал ей сидеть здесь, может, Лили! Лили! Лили, мать твою! Что ты паникуешь-то? В смысле паникуешь, блин? Лили должна была сидеть дома, а теперь ее нет, понимаешь? Так может, она с очкариком куда-то пошла? Да нет, Джон с Лукасом к машине пошли, а Лили... Лили должна была быть здесь, и она... Может, где-то в палатке? Лили? Да чё я в палатке? Лили, ты здесь, Лили? Только нет. Чёрт возьми. Почки заскочил. Только, блин... Это же... Как бить, так прогреться надо. Это же телефон. Что там такое? Телефон, мать его, Лили, здесь... Что? Здесь следы ее телефона, она... Лилины следы? Да нет, такие же... Такие же, как были там, на дороге, когда мы нашли это дерьмо и... Плохо. Черт возьми. Значит, та тварюка здесь была, что ли? Следы ведут в лес, Лили! Обожди, ё-моё! Ну же, блин, Лили! Лили, где ты, Лили? Отзовись! Черт, следы пропали. Только не это, блин, только, мать его, не это! Ну что там? Здесь следы, но они... Так, а может... Они идут в лес, но прерываются, похоже, из-за травы. Так, а может, Лили к машине что? Пошла? Ну, к очкарику. Думаешь? И малому этому. Да нет, вряд ли, блин. А чё? Мне кажется, здесь что-то... Вполне нормальная теория. Лили! Лили, мать твою! Я тебе говорю, к машине она так, пошла. Так, ладно, значит, слушай сюда. Ну? Ты сидишь в доме и не выходишь, понял? Сюда я иди, иду, блин! Я ждешь Джона с Лукасом. Как только почки, они возвращаются, блин. Говоришь им, что здесь бродит тварь, которая убивает людей. Да и все, ты... все вместе сидите, ждете меня с Лили. Никто никуда не ходит, никто ничего не делает. Просто ждете нас, а потом мы все валим, понял? Да понял, я понял. Ну с чего ты взял, что тварь людей-то убивает? Да с того, что я нашел выпотрошенный труп в лесу. Хрена себе. Вот-вот. Ты серьезно сейчас? Серьезно. А внизу-то там ты что забыл? Здесь куча хлама и ружье. Ружье-то которое, хорошо. Я надеюсь, стреляет. Да мать твою, где же он? Куда он мог подеваться? Не мог же он так далеко уйти?
Надеюсь, медведь его не догнал. Да не мог он его догнать, медведь так-то со мной бежал. Лукас! Лукас! Да чтоб меня... А? Нет. Это же... Черт, это же... Это же камера... Камера Лукаса! И лопата вот... Что за нахрен здесь? Лукас! Лукас! О! Че за нахрен? О! Нифига! Такая же яма, как и... Как и на дороге. Практически один в один. Что за... Как это? Что если... Что если здесь тоже был камень? Что если... Что если... Камни... Что если камни... Живые! Точно, мать твою! Эй! Тварь, а ну! Отдай Лукаса, слышишь? Отдай! Лукаса, блин! Нет, Джон. Кажется, ты... Сходишь, мать твою, с ума. Стоп! Камера же есть. Точняк. Так, ну-ка. А? Вот медведь. Да? Так, как тут ускорить? О. Так, вот он бежит. Вот мы бежим. Чё за... А где продолжение? Больше ничего нет, что ли? Лукаса же не сожрали? Да не, как бы тогда камера и лопата оказались здесь? Возможно, он просто случайно выключил запись. Но где в таком случае он сам? И что здесь, мать его, произошло? Чёрт, чёрт, чёрт! Лукас! Лукас! В общем, друзья, брожу уже часа полтора, и это то же самое, что искать иголку в стоге сена. Я, во-первых, уже горло сорвал от крика, а во-вторых, следы ведь пропали. Тут густая трава, и я, по сути, иду наугад. Но есть и хорошие новости. Я не видел следов крови и прочей жести, которая бы указывала на то, что... С Лилией обошлись так же, как и с тем мужиком. Хотя там вроде тоже кровавых следов особо не было. Чёрт, вот это было уже совсем близко. Может, это та самая тварь? Может, Лилия прямо сейчас у неё? Так, звук был с той стороны. Главное увидеть её, прежде чем она увидит меня. Да, у меня будут шансы, потому что, судя по следам, тварь там не маленькая. Но что это может быть за тварь-то? А? Еще ближе. Значит, я на верном пути. Только как-то мне от этого не по себе. Совсем рядом. Но где она? Я ни черта, блядь, не вижу. Такое чувство, что она прямо здесь. Но разве я не должен видеть ее? Прямо здесь, прямо за этими кустами. Ладно, тварь, ладно. Вон она, зараза. Вперед. Вперед, мать твою! Олень? Что за... Это ты орал? Твою мать, я вправду олень. Не могу. Я смотрю, ты не испугливый, да, приятель? А? Что это? Что это такое? Что-то...
Мать твою, такое! Он сожрал. Фу! Уже плохо. Где Лили? Слышишь, тварь? Где Лили? Отвечай, где Лили? Пожалуйста, Лукас. Пожалуйста, будь в доме. Просто будь в доме. Я уже ног, блин, не чувствую. Пожалуйста, мать твою. Ты должен быть дома. Лили меня в любом случае прибьет, но лучше пусть прибьет из-за того, что ты, Лукас, сам вернулся. А, музыка играет. Раз музыка играет, значит, все хорошо, что ли? Надеюсь. Эй, народ! Вы чё тут? Музло подрубили? Линч? Лили? Лукас! Что за фигня, блин? Никого. Откуда музыка играет? Из подвала, что ли? Эй! Вы что там делаете? Ау! Ладно. Хорошо. И что за... Че за запах? А че тут, блин, устроили? Музыка, свечи. Вы че, охренели? Здесь же сгореть все может. Вы... Да кто это? Дэйл. Нашелся-таки, да? Алкашина, блин. Ты че тут? Че за... Фу, это... Ты че, забродивший компот пил? Алло, гараж! Посыпайся! Кто на моя клетка? Что ты тут делаешь, Дэйл? Да горло пересушило, я выпил компотик решил. Ты, блин, этим компотом ужрался, как свиняка, что ли? Да ты чё, совсем да уже? Да сразу как свиняка? Да потому что посмотри на себя, блин. А чё? А приятно вроде. Где все остальные? Малой с тобой же пошёл. То есть он не возвращался? Нет. Да ёжи мать. Куда же он, блин, делся? Ты чё, охренел? Прекращай, блин! Да чё, тоже что ли хочешь, а? И остальные, Лили, где Линч, где все вообще? Лили, тварюга забрала. Чего, блин? Это за ней пошёл. В смысле, тварюга? Во дворе следы нашли и телефон, да Лили. Да что ж ты такой несёшь, толкашина? Да давай трясни и говори, где Лили, Линч, а? Ухожи. Опять гром собирается. Не похоже. Да, землетрясение. Ну, заткнись, блин. Не бывает тут землетрясения. Заткнись. Приближается, блин. Так, сиди здесь, понял? Да ладно. Пойду посмотрю, что это за... Блин, такая. Так, ладно, думаю, это... Неплохо было бы заснять. Ближе, ближе. Неужто это камни, бля, пришли? Или эти долбаные? Вроде чисто. Эти! Похоже на какие-то шаги, что ли? Шаги какой-то гигантской твари. Камня-убийца? Да, против камня Джон-младший вряд ли поможет. Ну ладно. Совсем рядом. Чёрт. Ладно, мразь, покажи себя. Давай. Чё за, блин? Это камень. Он идет прямо ногами. Надеюсь, камера пишет. Что это? Что это за тварь такая? Куда она идет? Я надеюсь, топится. Правильно.
решение, тварь. Что это такое? Неужто я и вправду ходячий камень? Поверить не могу. И что этот камень делает? Он что, моется, блин? Погодите, камень моется? Ходячий камень, мать его, моется? В моем чертовом мусоре, что ли? Да что здесь происходит? Ребята, а тем временем на Бусти продолжают выходить житейские будни. Там в новой серии Джон повел на свидание ту самую Иришку. Так что, кому интересно, ссылка будет в описании. Thank you.